Ну, вот здесь вот в них вот сочетается женственность и такая вот как-то решительность, мне кажется, в этих двух... Девушках. Да, девушках. Угу. И эти вот образы, они подходят для работы. А через что вот эта решительность передается? Для работы, вообще просто для жизни. Вот на меня как бы образ похож, вот, когда угу. я там гуляю с мужем, угу. с ним, вот я такая. Вот, это, наверное, слишком строго, что-то как-то вот. Вот эти три, наверное, если говорить о работе. Там длина, например, она такая mm-hmm. невульгарная, хоть и есть блестки, но оно такое умеренное все, мне кажется. Не слишком нарядно для работы? Ну, там и праздники на работе есть. Так мы же, у нас задача официальный образ. А получается, опять мы переходим в нарядность. Да, в нарядность. Не знаю, хочется красок, хочется яркости тоже, потому что настроение на работе не всегда бывает высокое.